Братья, по-любому. Спасибо вам, я вас никогда не забуду. Клянусь. Я знаю, что я делал, когда прихожу один на вашу поляну. Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, ну зачем тогда жить? Верно? Папу по лицу. Алло, кабан. Здорово, брат, это Белый. Слыхал, беда у меня. Не, я в порядке. Брат в отключке. Не, зверю здесь ни при чем. Ну, есть мазы, что сука среди нас. И молится, что это поклёп. Это, профильтрую себя там, может, что нароешь. Да давай, брат, пока. Чё ты ворам не дал меня грохнуть, а? А тебе зачем знать? Дышишь и радуйся. Понять хочу. Тревожусь, когда что-то не понимаю. Ну, милый, ты еще столького не понимаешь. А ты просвети. Ладно. Карты под стол, стволы на стол. Знаешь, я всю жизнь мечтал быть аквалангистом. Будешь? А я вулканологом. Будешь? Не факт. Опричники, пошли за мной. Ой. Это что за дети подземелья? Познакомься, Александр. Андрей Кордон, акула шоу-бизнеса. Саша, кит-убийца. Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Мы не хотим стрелять.